Наши бойцы сегодня выполняют свой мужественный долг, поэтому наша задача неизменна. Мы должны быть рядом с семьями, помогать, окружить полноценно заботой. Антон Колодин встретился с родными и близкими бойцов СВО. Вопросов у горожан накопилось достаточно. Зимой два окна на кухне и в спальне промерзают. У всех сразу в голове замена, а там просто нужен мужской урок. Да, возможно. Вызвать нормального строителя, у нас ребята с удовольствием отреагируют, да. Подъедут, посмотрят. Как часто бойцов отпускают в отпуск и регулярно ли выплачивают зарплату – еще одни важные темы, которые обсудили на встрече. Большинство защитников прилетают домой несколько раз в год и все выплаты получают в срок. Но бывают и исключения. С денежным довольствием проблема. Вот мы 2 месяца уже не получаем, потому что прикомандируют от одной части к другой. Там не ставят вовремя на довольствие, и получается май, июнь, и вот уже июль, допустим, мы не получали денег. Мне нужно прямо вот фамилия, имена, отчество и по ситуации. Первое – это денежное довольствие, сколько времени прошло. Второе – сколько конкретно уже не пускают в отпуск. Все вопросы, озвученные горожанами, взяты в работу. Исполняющий обязанности главы города рекомендовал записываться новоуренгойцам на личный прием и не молчать о том, что их беспокоит. Милана Федорова, Даниил Жиделев, информационное агентство «Импульс Севера».